Сейчас мы покажем вам очень редкие кадры. Они случайно сохранились в нашем архиве. И вы, наверное, узнаете Александра Домогарова. Но главное, обратите внимание, с кем он здесь снят. Это благотворительный бал в Морозовском дворце по случаю приезда в российскую столицу Клаудии Шифер. Пару для самой, пожалуй, известной в мире топ-модели искали, говорят, по всей Москве. Шифер, наверное, и не знала, с кем она танцует. Не знали этого и многие из гостей на балу. В кино и телесериалах Домогаров тогда еще не гремел. И круг его поклонников, а точнее поклонниц, был ограничен залом Театра Советской Армии. Талант, стать и красота Домогарова делали театру приличные сборы.